произошла очередная работа России под прицелом политики. Я надеюсь, кто занимается серьезной политикой, понимает суть кризиса. Для тех эта работа будет очень полезна. Хочу вас поблагодарить за детскую литературу. У меня 8 внуков, многие еще учатся. Я внимательно слежу за детской литературой, появилась много научно-познавательной интересной литературы, которая позволяет и формировать личность и воспитывать настоящего специалиста на будущее. Ну и, конечно, очень жаль, что тиражи некоторых художественных изданий проседали. На мой взгляд, нам в Думе надо все сделать для того, чтобы поддержать издателей, поддержать тех, кто занимается этим профессионально. С своей стороны, мы готовы к вашим предложениям, которые вы сделали. Сумеете вместе обобщить, собрать, в ближайшее время рассмотреть и активно их поддерживать. Так что поздравляю вас. Для нас это большой праздник. Вам всем удачи. Хочу особо поблагодарить наших друзей из Беларуси. Мы всегда прекрасно вместе ярмарка. Особо подойдите к стенду молодой партии. Они выпускают из лучших серий в мире РЗЛ, уже более 2000 книг. Мы сегодня договорились вместе с юными руководителями этого издательства выпустить серию РЗЛ, книгу, памятную книгу, посвященную Иосифу Давыдовичу Кобзону. Он ушел из жизни, гениальный, талантливый гражданин, человек, художник. Я уверен, что эта книга будет издана и получит широкую популярность. Мы вместе с ним основали движение «Дети России, детям Донбасса». Уже в этом году приняли около 1000 детей. Вот приехал новый поток, 150 детей просили поблагодарить, кланяться и все сделать, чтобы уберечь пострадавший Донбасс от новой войны. Давайте вместе поработаем, потому что лучше читать книги, писать интересные рассказы, чем спорить, ругаться и выиграть. Желаю мира, добра и спокойствия. Два президента срока Путина, 2015-2024 года. Выше наград. Путин Медведев Всеславович. Просить выступить еще одного человека, с которым мы были сотрудничаем, Вячеслав Никонов, председатель комитета по науке и образованию в 18 году, известный политический деятель, журналист, много регалий.